Рубцовский район. Специалисты «Автодора» укрепляют земляной вал дороги у села Саратовка. Бульдозером роют в снегу траншею, укладывают камень в промоины. Дорога пока не значится в списке закрытых, как и это. Тут уже дорогу размыло примерно метра на 4. И асфальт, и щебенка. Дальше шум, водопад. А это видео у села Вторые Карастели, все того же Рубцовского района. Очевидцы предупреждают, будьте осторожны. Как сообщают в Минтрансе края, переливы через дороги наблюдают уже в 6 районах. Алейском, Третьяковском, Локтевском, Рубцовском, Зональном и Поспелихинском. Потопленных домов пока не значится, хотя местами вода уже близко. Я сюда не пойду, вот полная горка воды. В Новоалтайске говорят, что талая вода со всего поселка Вележановка стекает в один колодец неподалеку, и дома стоят в лужах. Плывет Убийский сквер. Детям, конечно, радостно мерить лужи, но намочить ноги можно и в резиновых сапогах. В Залесово потяжелевший снег сломал козырек у входа в поликлинику. Произошло все в выходной, так что пострадавших нет. В целом же из-за резкого потепления в этом году прогнозируют более раннее вскрытие рек. Для АБИ ставят срок в 10-х числах апреля. В Барнауле уже начались подтопления низменных мест. В мэрии готовы оперативно откачивать воду. Для этого нужно позвонить по следующим номерам. Анастасия Драган, «День с толком».